Здравствуйте, подписчики моего канала, зрители данного видео. Вот свиноматка. Это второй опорос у нее. Опорос начался без меня. Она начала пороситься сама ночью. Сегодня 28 января. Января. Ну, Лёха, отойди. Сейчас она ляжет. Температура минус. На улице минус 5. Здесь плюс, наверное, 10. На полу пол, подстилка горячая. Как видите, она, я ее вот буквально за 2 дня до этого видео выложу. Не выложу, еще не знаю, не помню. В общем, подстилка горячая. Поросята на ней себя чувствуют комфортно. Не надо ни подтапливать помещение, нигде ничего. Вот сейчас уляжется, может, опять. И сразу можно их подпускать. Вот она ляжет, сейчас мы их подпустим, пусть они пососут ее. Ей тогда будет проще. Им. Свиноматка второй год. Ну, второй опорос у нее. Возраст ее где-то. Года полтора уже, да? Да. В природе они роют яму, и в яме потомство приводят, и потом не выходят из ямы в течение там недели. А через неделю, если поросята слабые не смогли выйти из ямы, свиноматка встает и выходит. Если слабые поросята не вышли, значит, они не прошли естественный отбор. Соответственно, свиноматка постоянно пытается вырыть яму во время опороса. Ну, видите, тут опилки двоякая, как бы. Одни говорят, что надо пересаживать и бетонный пол. Я не сторонник, не знаю. Мне все нравится. Для поросят будет первый естественный отбор. Вот свиноматка спокойная, не нервничает. Новых поросят ловить. Вот свинка кормит уже поросяток. Хорошо прицепились она. Этот процесс, кстати, очень важен, когда она их кормит. Быстрее роды проходят, и потом быстрее она восстанавливается. Они как начинают сосать, у нее сокращается матка, короче. Так, ну все, свиноматка опоросилась. Значит, 9 живых поросят, 2 сдохло, ну, мертвые. Получается, 9 поросят у нас опоросилась она. Сейчас поросятки, она уже сама водичку пьет, покушала. Ну, оно хорошее. Да, нормально. Воду хорошо пьет сильно. Видно, ее сушит после опороса. Сейчас мы. Поросяток она покормила уже первый раз. Сама покушает сейчас. Корма сухие, из БМВД, как обычно все. Сейчас будет опять кормить, я так думаю.
поросяток. Посмотрим, первых 3-5 дней самые критичные у поросят. Они пока еще не очень хорошо могут бегать. Я думаю, будет все нормально. Вот второй опорос свиноматки. Посмотрим, как будут дальше развиваться события. Количество поросят меня вполне устраивает. 9 штук. Потому как, если больше будет, шанс того, что она их нормально выкормит, сразу снижается в разы. Лучше пусть будет их немного, зато они будут крупные и будут нормально себя расти. Свинка очень быстро восстановилась, я смотрю. Ой. Ты, свинка, ну не толкайся, кушай. Воду, вот, смотрите, как пьет воду. Ну там только встала, я так понимаю. Ох, ее плющит. Сушняк. Вот сушеные такие. Поросята в этот раз какие-то не очень крупные. Первый раз у нее были намного крупнее. Ну, это такое дело. Посмотрим. Были крупнее, но их было намного меньше в этот раз. Помельче. Но зато их на треть больше. Все, теперь тебя ожидает 2 месяца. 2 месяца совместной жизни с твоими детьми. Крокодил здоровый, даже самая большая поюка, вода не течет так уж сильно. Молодец. Хорошая мамочка у нас. Видите, и крупная достаточно, и поросяток хорошо приводит, без проблем. Сама, в принципе, опоросилась, там особо над ними не колдовали. И аккуратно, сейчас будет кормить их, они не расползаются в кучку. Свинка кормит поросят, первый раз подзывает. Видели, как аккуратненько легло? Ну вот, все начинаем давать. Сейчас малыши набегут.
Видите, как вымастилось. Теперь будет лежать, они будут потихоньку кушать. Те, что раньше родились чуть посильнее, ну, в принципе, все нормально. Звук вот этот, который она издает, это она их подзывает. Если вот так крохкает, значит молоко. И пускает молоко, и они уже знают, что надо идти кушать. Ну, видите, как хорошо. Если она так делает, значит все нормально. Она не задурковала, никаких проблем не должно быть. Просто у меня был случай, когда свиноматка не принимала поросят, она не хрукала, ложилась на живот, не показывала им сиськи, не давала. Сейчас все нормально. Ну, видите, как хорошо. Что-то ее тревожит. Ну, ничего страшного, сейчас уляжется. Свиноматка сама еще как бы от родов не отошла, от пороса. Соответственно, у нее поведение такое. Последнего поросенка она, ну, буквально там несколько часов назад опоросился, последний вышел. Соответственно, это первое кормление. Хоть она и второй раз уже приводит порося, все равно она еще как бы не переключилась. Видите, свиноматка аккуратненько очень делает, ходит. Соответственно, то она просто водички захотела попить. Кушает и пьет, на удивление. Обычно после опороса они как бы себя ведут, ну, пока восстановятся. А здесь же все нормально. Это хорошо, мамочка сразу начнет кушать, пить, и будет много молока. Ну, малыши свое молоко выцедят с нее. Я думаю, они свое возьмут. Еще, конечно, беспокойно. Растормошила их, они теперь ищут, где бы поесть. Она, видите ли, решила перекусить. Алло. Тетка, иди дай детям поесть. Иди корми детей. Тетя Мотя. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Пишите комменты. Всего доброго.